Химках в преддверии Дня флага активисты «Единой России» провели патриотическую акцию. Активисты партии и члены «Молодой гвардии», студенты и местные жители разукрасили в цвет триколора один из дворов, чтобы напомнить жителям о приближении государственного праздника. 22 августа – это знаменательный день в истории нашей страны. В 91 году официально утвердили бело-синий-красный флаг Российской Федерации. Это были масштабные перемены на тот момент, и мы до сих пор поддерживаем этот день. Традиционно в День флага Российской Федерации во всех регионах страны проходят торжественные шествия, патриотические акции, спортивные соревнования, различные флешмобы и концерты. Александр Сергеев, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.